Возможно ли выполнить монтаж реактора массой почти 1400 тонн с помощью крана, грузоподъемность которого лишь 1250 тонн? Инженерная мысль и передовые технологии компании «Mammut Rus» позволяют осуществить, казалось бы, невозможное. На объекте комплекса глубокой переработки тяжелых остатков в городе Нижнекамске наша компания выполнила монтаж 26 единиц тяжеловесного оборудования, включая разработку технических решений и строительство оснований для кранов. Подъем 6 самых тяжеловесных единиц оборудования был осуществлен специальным методом с использованием шарнира. И вот в чем он заключается. Шарнир – это специальный элемент конструкции фундамента, имеющий ответную часть на юбке сосуда. Он принимает на себя часть веса поднимаемого оборудования, тем самым позволяя значительно снизить требуемую грузоподъемность основного крана. Следует отметить, что данный метод в России был впервые применен компанией «Mammut» в 2006 году при строительстве установки глубокой переработки нефти «Кириши нефтеоргсинтез». Применение этой технологии позволяет снизить грузоподъемность крана, необходимого для подъема тяжеловесного оборудования, и, как следствие, сократить общие затраты заказчика. Критической особенностью данного метода является то, что в один из ключевых моментов подъема центр тяжести сосуда находится над точкой опоры шарнира, из-за чего возникает риск его опрокидывания. Для исключения этого риска используется второй кран, который в момент смещения центра тяжести с помощью специальной тормозной системы оттягивает аппарат в противоположную сторону и не позволяет ему осуществить самопроизвольное движение по инерции. Так аппарат устанавливается в вертикальное положение и фиксируется на фундаменте. Имея опыт выполнения подобных работ, высококвалифицированную команду специалистов и уникальный парк техники, компания «Mammut Rus» может гарантировать соблюдение графиков и всех своих обязательств при выполнении монтажа оборудования, металлоконструкций и трубопроводов любой сложности, следуя при этом высочайшим международным стандартам охраны труда, качества и безопасности работ. «Mammut» – самое ценное, что мы двигаем – это время.